я выше мелочных дрязг. Не в моем возрасте заниматься ерундой. Теперь, когда лук Ауреля найден, стражи рассвета без сомнения вскоре станут чем-то большим, чем просто досадной неприятностью. Мы должны нанести удар, пока они не напали сами. Хорошо. Они прячутся в заброшенном форте, в пределе. Если мы убьем их вождей, они побоятся высовывать нос наружу и воевать с нами. Наслаждайся. У здешней жизни масса преимуществ. Не так. Не стоило сюда приходить. Я выше мелочных дрязг. Не в моем возрасте заниматься ерундой. Я навидался политических интриг в доме Дресс. Они мне еще тогда надоели, а теперь еще больше. Великолепно. Теперь проблем будет меньше. Хотя они очень дерзкие и упертые. Голова у змеи отсечена, но туловище еще будет извиваться какое-то время. Да направят тебя предки. Никогда не понимал страсти нордов к оружию. Магия куда более универсальная вещь, не находишь?